Улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Ваше сердце – это насос, обеспечивающий кислородом и питательными веществами все ткани вашего тела. Поддержка его в отличной форме является залогом здоровой жизни. Итак, первое – диета. Диета для здорового сердца, содержащая фрукты, овощи, цельнозерновые и нежирные белки. Это обеспечит вам достаточное количество питательных веществ и клетчатки. Также выбирайте здоровые жиры, такие как авокадо и оливковое масло, ограничивая трансжиры и насыщенные жиры. Распорядок дня и физическая активность. Соблюдайте распорядок дня, сочетая силовые тренировки и аэробные упражнения. Рекомендуется заниматься не менее 150 минут упражнениями средней интенсивности или 75 минут высокоинтенсивными упражнениями в неделю. И третье – управление стрессом. Эффективно управляйте своим стрессом. Учитесь практике осознанности, которая включает йогу, медитацию, прогулки на природе, а также достаточный сон от 7 до 9 часов.